Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Могу вот так вот залезть сюда и сесть в нее? Или не могу? Че, пацаны, блять? Морские приключения, ёбаный в рот. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в криминалочку на серии Родина Ролеплей, Центральный Округ. Мой ник здесь Кирилл Футбулови. Не забывайте видеть мой ник при регистрации. Итак, друзья, сегодня мы наконец-то поплаваем на нашей яхте и поищем приключения. Не знаю, может быть, какой-то островок новый найдем, может вообще что-нибудь интересно найдем, поэтому обязательно поставьте лайк. Сейчас я лечу на заправку, чтобы купить канистру на всякий случай, потому что заправок для лодок вообще как бы не существует на данном сервере, поэтому приходится заправлять канистрами лодку. Я не знаю, сколько у меня заправлена яхта, но я на всякий случай возьму сейчас канистру и потом еще залечу в закусочную и куплю, точнее не куплю, а поем, чтобы мы в нашем путешествии на нашей яхте не умерли, потому что у меня сытности довольно-таки мало, и нужно это исправить. Давайте заходим, покупаем сейчас канистру. Канистру можно купить всего лишь одну. Давайте тогда набор для починки куплю и канистру куплю. Я думаю, будет нормально. Черепашек я уже продал, я слетал, короче, и посадил две черепашки. Со мной еще живет подписчик. Он меня попросил, чтобы он мог брать одну черепашку, продавать. Но я, в принципе, не против. Я разрешил ему брать одну черепаху и продавать. Как бы, поэтому все заебись. Все, летим теперь к дому. Берем яхту и плывем на поиски приключений. Конечно, блин, что-то у нас какой-то ветер сильный. Но пока что волн нету. Шторма нет. У меня вчера такой, ну, в реальной жизни был шторм. Где я живу в Украине, в Днепропетровской области, у нас просто такая погода ёбнутая была, просто все небо было в молниях, гроза, ветер, ну пацаны, полная жопа, короче. Так, где-то, ага, дальше я живу, вот наша яхта, блин, ну картина прикольная, такой летишь чисто. Так, давайте я припаркую сейчас вертолет и мы возьмем уже нашу яхту. Почему я решил поплавать на яхте и вообще записать об этом серию, потому что, блин, я купил эту яхту за 8 миллионов, она просто стоит, я на ней плавал там раз 5 всего лишь. Подписчик рыбку посадил еще, 19 минут. Ну, блин, если подписчик, ты смотришь это видео, кто живет в моем доме, то сади, пожалуйста, только черепах, они самые нормальные. А вот этих рыбок лучше не сади, от них толку мало вообще. Поэтому вот такие вот дела. Черепашка стоит 1000 одна, поэтому я думаю, у тебя труда не составит, в принципе, купить черепашку. Так, все, бензин у нас есть, эти 80 литров, пока что мы не будем заправлять. Все, отправляемся в путешествие, поплывем в сторону Алькатраса и посмотрим, возможно, там что-то есть. Давайте, пока мы туда плывем, посмотрим, что у нас, у кого-то что есть. Так, ну, я вижу черепашек, медуз вижу. Ну, видите, в основном все садят черепах, потому что черепахи, ну, растут достаточно недолго и в сутки можно с черепах там заработать 250 тысяч, короче, спокойно вот так вот вырубите. Даже бывает не, ну, 200, там 250, примерно, да, где-то так. Вырубите, и это довольно-таки круто. Ну, не знаю, мне мой дом больше всего нравится, ну, мне нравится. Ну, конечно, гаража нету, вот в чем проблема. Но так, в принципе, все заебись, как по мне. Блин, я так еще понял, что я забыл, короче, поехавать. Мой персонаж забыл похавать, короче. Ну, я забыл покормить своего персонажа. И это очень хреново, на самом деле. Вот, смотрите, здесь лодка тоже стоит одна какая-то. Ну, здесь, скорее всего, может парковаться яхта Симзи. Но, блин, я не могу ее купить. Я не знаю, почему, кстати. Смотрите. Фарм, меню у нас 110 миллионов. Я вот это знаю. Так, семейная квартира. Видите, у нас нету ни семейной квартиры, ни галочки, ни русская баня. Информация в Симзи. Корпоратиум мы назвали, ну, переделали название. Репутация 5000, уровень 25, у нас человек 77. Так, заместитель. Надо будет девиз поменять, потому что какой-то пиздец. Реально. Ладно, поплыли дальше, короче. Надеюсь, моя сытность будет держаться до конца нашей поездки. Во, погодка вообще теперь нормальная, прям кайф. Не хватает только девочек еще на яхте, было бы вообще прикольно. Ну, девочек, я не знаю, где тут можно найти, не трансов каких-то.
Поэтому не знаю. Сейчас мода повелась, тут эти трансы играют. Ну, ГВР, вы, думаю, знаете, кто такие ГВР, они снимают, я их смотрю уже, ну, года три, наверное. И вот они там занимаются такой дичью. Не, ну, прикольно, в принципе, типа, там за тёлок играют, там, прикалываются и так далее. Прикольная тема, но, блин, трудно найти настоящую девушку на сервере, вот в чём проблема. У нас Кремль виднеется, ну, краевиды, пацаны, хорошие. Хорошие, реально. Так, здесь у нас, короче, вот такой домик, но он, по-моему, не продается или продается. А, да, этот дом продается. Ну, я помню, давайте посмотрим, кто им владеет. В принципе, вон подписчик пишет, чтобы я его поселил. Так, ну, я его, в принципе, поселю. Бля, мы на брюхе сели. Так, давайте я вот здесь тогда яхту брошу. Можно передать привет, так. Можно. Так, давайте я пока сбегаю, пока он привет передает. Посмотрим просто, кто здесь владелец. Блин, ну тут яхта бы тоже прикольно смотрелась на самом деле. Но здесь, по-моему, нельзя рыбу, да, выращивать, по идее. Огород. Здесь, зато здесь есть огород. Ну, такое. Денник Ремнев какой-то у нас владеет ним. Цена у него 2 миллиона. Так, дом закрыт. Ну ладно, в принципе. Передаю привет своему брату Андрею Полищуку. Окей. Видите, он передает привет своему брату. Красавчик, красавчик. Не себе привет просит, а брату передает. Вот это молодец. Уважуха таким подписчикам. Все, поплыли дальше, короче. Блин, я что-то поздно прогрузился этот остров. Я чуть застрял вроде бы как. Так, вроде бы и нет. Так, ну давайте вот это все плывем. Нет. Блять, да ёпту налево. Только не это. Пиздец. Просто видите, оно не видно, блин, не прогрузилось, но. Это я понимаю, морские приключения, блядь. Застряла лодка, охуенно просто. Что делать, пацаны, толкать будем, блядь, хули. Так, скажи, когда будешь около дома, я приеду. Бля! Я утопил лодку. Это пиздец. Что мне делать? Вот, блядь. Я первый раз слышал, что, блядь, можно перевернуть лодку. Я могу вот так вот залезть сюда и сесть в нее? Или не могу? Чё, пацаны, блядь? Морские приключения, ёбаный в рот. Только я мог так сделать, блядь. А я сдохну так или нет? Пиздец, чё за дичь? Ай, стоп, я не умираю? Это нормально? Перевернул лодку, блядь. А можно мне как-то сесть? Или нельзя? Ну, судя по всему, нельзя. Блядь, вы знали, что можно вот так под лодку залезть и, типа, ты не умрёшь? Блять, что за... Блять, я застрял. Помогите, блять, я застрял. Фух. А чё, тут нету воздушной этой хуйни? А чё, чё за прикол? Чё я, у меня воздух не заканчивался под водой? Да уж, может админа попросить, чтобы помогли. У меня перевернулась яхта. Помогите, пожалуйста. Давайте напишем. У тебя буду ждать около дома твоего. Так, давайте напишем. Хорошо. Пиздец. Это просто жесть. Вы когда такое видели? Я не знал, что она может перевернуться даже. Я реально не знал, что она может перевернуться. Блин, это жестко просто. Ну, будем ждать, пока админ мне ответит. Ну, блин, я яхту перевернул случайно. Я ее толкал просто, она перевернулась в воду вниз. Ну, такое. О.
мою яхту, типа, заспавнили. А меня что со мной сделают? Да, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо большое, просто админы, видите, охуенные админы на родине, реально. Просто красавчики. Меня заспавнили. Прям заебись. Давайте напишем подписчику. Я возле дома. Чё, вот эта хрень уже выросла? 7 минут осталось. Не такое. Так, а где подписчик хоть? Конечно, пацаны, приключения какие-то, конечно... Так, я почти доехал. Приключения у нас, конечно, такие себе получились, блин. Это пиздец. Я просто яхту перевернул, потом, блядь, ходил по ней вверх ногами, блядь. Это пиздец просто, реально. За это, я думаю, стоит Лукас поставить. Я такого еще не видел. Я думаю, вы тоже такого не видели, поэтому обязательно поставьте Лукас. Ну, админ мне помог. Большое ему спасибо. Большое спасибо администратору Данилке Твинке. Прям от души помог просто. Прям заебись админы, конечно, на родине. Прям охуенные. Так, погнали, я его приму. 199, да? Пошли. Хоус. Точнее, поселю так. 199. Так, я предложил ему. Теперь ждем, пока он все. Принял ваше предложение пожить у него дома. Все. Спасибо. Да нежно тебе, Сенополищук. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забудьте видеть моник при регистрации. IP в описании. Играйте со мной вместе на центральном округе. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.